Второй тур президентских выборов в Грузии станет серьезной проблемой для страны, поскольку победа кандидата от Единого национального движения может открыть возможность для возвращения в страну Михаила Саакашвили, заявила «Известиям» экс-председатель парламента республики Нина Бурджанадзе. «К сожалению, все мои наихудшие прогнозы сбылись. Я неоднократно повторяла. Дело идет к тому, что Единое национальное движение и Михаил Саакашвили будут постепенно возвращаться к власти», подчеркнула Бурджанадзе. По ее словам, голосовавшие за Вашадзе избиратели на самом деле голосовали за Саакашвили, и сейчас абсолютно ясно, что Единое национальное движение выиграет во втором туре, поскольку по итогам первого этапа он победил практически во всех основных центральных городах. Отметим, что в первом туре выборов, состоявшемся в воскресенье, кандидату от правящей партии «Грузинская мечта» Саламе Зурабишвили удалось заручиться поддержкой 38,63% избирателей, ее соперник, кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе, набрал 37,74%. Не забудь подписаться на канал.